Не. Решающая карта. Молтен расскажет всем нам, кто же будет победителем. Эстоти Торнамент Серис номер 48, ребятушки. Строг против Жабыстка. Ух, давайте посмотрим за Петра. Первым. Поехал, Стоун. Так, направляемся к... Ну, ребят, быстрая атака за счет Шоги. Дала себе знать и под хвост Жабе. Тоже это очень важно. Секундочку, шафта нету Сириуса. И мне кажется, это самый главный бич на данный момент у него. Претендует Стоун забрать рельсу, однако... Все не просто так. Хороший. Теперь есть шафт, однако все айтемы сейчас контролируемы Стоуном. Желтый сверху после миги он тоже заберет. Вот он заходит. Да, ребята, темп. Просто никто не выжил. Но смотрите, совсем не осталось стека. 100 хп. 5 секунд до красного. Будет ли врыв от Сириуса? Вот он заходит. 1 секунда. Но нет, очень поздно. Только лишь послушал. 1-1. Ух, как близко играют оппоненты. Ну, на дистанции имеется в виду. Так они, как близко на дистанции, ребята, как разобрать то, что я говорю, да? Кажется бредом, но я все-таки заложил туда смысл глубинный. Ой, красивый, красивый пик с рельсы, еще один. И это второй фраг на счету Стоуна. Стэк очень хороший. И... Мне кажется, можно будет зафиксироваться. Темпом пытается давить Стоун своего оппонента, дабы тот не успел собрать. Внимание на позиции. Мега лежит. Да, ребята, это третий фраг. А тем временем не очевидна ситуация, и с помощью какие-то шок и какой-то матери что-то Сириус делает этот фраг, и всего лишь один отделяет его сейчас от лидера этой катки от Стоуна. 3-2. Есть штраф, еще может быть. Есть, ребята, штраф красного, неплохо. Пробирается немножко по этому тернистому пути Сириус к контролю. И отогнать оппонента от атаки на основной айтем — это одна из, так скажем, один из пунктиков. Есть, ребята, еще одна рельса для Стоуна. Сириус на стеке и на контроле, что немаловажно. Красный будет за ним. Только лишь информацию собрал Стоун, и тут надо Сириусу, конечно, догонять. Ну блин! Ну блин! Не захотелось, очевидно, сыграть Сириус, поднадавить, так скажем. И, скорее всего, это правильно. Так... Ну почему не продолжить шествие с ракетой? Жаба только начала танцевать. Но отличные рельсы, ребята, вонзаются в тушу Жабыстка. И сравнивая счет, Сириус стремится занять позицию на мигу. Это важно. У Стоуна сейчас нет особо пушек, только ракета. И все-таки удалось ему отпетлять от... Эх... Ну уходи, параша, все, блядь, твои планы не удосужились шанса случиться, но, блин. Как грубо,
как обсчитался именно в позиционке. Сириус явно Стоун посильнее его именно в этом моменте. Стоун выходит вперед. Дешево взятый фраг. Очень дешево Сириус продал. Вообще продешевил. Мне кажется, там надо было пасить как минимум втрое больше внимания. Но не тут-то было. Это квейк. И, ребята, одна ошибка может стоить игры. Все мы это знаем. Исправить которую... Ребят, не так мало нанес строк дамага, однако 45 тоже хп. 5-3 в пользу Стоуна и... Да, ребят, Шога тоже не дала о себе знать. 6-3, есть еще шансы. Стоуну надо переходить в плюс БЧ с легкий и... Эх, вот это шествие вокруг этой духи, дуги ненужное, оно позволило Стоуну забузить рез самому себе и выжрать ракету с мегой. Эх, не идет дамаг, не растет кокос, не ловится аллигатор. Ах, совсем чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть, чуть-чуть. Но нет, ребята, позиция на мегу отдана, и это лишь очередной цикл. Очередной цикл дамага от Сириуса, который, в принципе, не принес результата. Так. Классный такой дамаг, классный, классный. Но, блядь, ну не отдавай ты. Фух. Все, надо подушивать. 3 минуты, 2 фрага. Надо находить себе силы как-то именно мотылять. Давай. Есть! Есть, ребята, этот парень явно что-то знает о квейке. Ой, какой красивый манс, ребята. Это просто как бразильская румба. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Просто как свою спутницу вообще только что нянчил. Я назову это так, Сириус Стоуна. И красиво в танце сравнивает счет, ребята. 6-6, гранд-финале, решающая карта. Интрига нарастает. Жаба врывается. Ша, блядь, готов. Ну, аж притошнило. Ты шо, Стоун, так же ж нельзя, ебать. Ой-ой-ой, какие же шоги только что влетели. Так. Сириус какой же аккуратный. Фраг, преимущество, 2 минуты до конца. Ой-ой-ой, понимает позицию оппонента и... С таким стеком, в принципе, можно и отмансить. Надо занять позицию с... Ну тут вот, останавливайся. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как же красиво, ребята, несмотря на то, что красный достался Стоуну, Сириусу хватило тактики, аима, позиции для того, чтобы вышавчить всю дури, потом еще это превосходная перфект рельса. Ой, ой-ой-ой, лопнул, лопнул, ребята, красивый триболт, боже мой. Интрига, интрига нарастает. Неужели этот Эстоти Торнамент будет революционным, ребята? Неужели? Неужели какое-то приободрение? Ничего не остается Стоуну, как... Ребята, ГГ СВ-плей написать в чат. И мы поздравляем Сириуса, ребята. Реально поздравляем. Мои аплодисменты. Революционный.
Революционный турнир. Сириус стал впервые победителем и обыграл Стоуна, ребята, в гранд-финале при условии, что он вышел из сетки лузеров, ребята. Прекрасный. Прекрасный турнир, прекрасные эмоции. Я поздравляю Сириуса. Признаюсь, сегодня я болел за него. Он, ну, новое лицо, как он, ну, на турнире, как он тренировался все это время. Потрясающий, настоящий ГГС. Радость для наших глазок.